Премьер-министром Виктор Черномырдин стал в разгар гайдаровских реформ. Людям не платили зарплаты и пенсии, бастовали шахтеры. Глубокий экономический кризис. Здесь нужен был характер. И ставку Ельцин сделал правильную. В первый день своей работы премьер обнаружил, что на прилавках магазинов нет хлеба. И тут же позвонил в Казахстан Назарбаеву и договорился о поставке зерна. И бросился решать другие проблемы. При нем были созданы основные институты рыночной экономики. Банковская система, финансовая система, страховая система. Он всем казался не человеком, броненосцем, сильным, здоровым, с несгибаемой волей. Виктор Степанович умел, что называется, держать удар. Но этот удар он не выдержал. Жить без любимой женщины Степаныч не смог. Ушел из жизни в ночь на 3 ноября 2010 года. Он оставил после себя очень добрую память.